О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Живодеры в шкуре егерей. В Закарпатье работники лесхоза уничтожали краснокнижных животных. Накажут ли оборотней? Драки время, потехи час. В Ужгороде местные народные избранники схватились в рукопашную на детском дне рождения. Кто и что не поделил? Утонуть в отходах. Насколько Украина завалена мусором и как бороться со свалками? Американский бюджет с украинской строкой. Конгресс США готов выделить Киеву миллионы долларов. Сколько и на каких условиях? Настало время для избирательной реформы в Украине. Об этом говорится в сегодняшнем совместном заявлении послов стран Большой Семерки. Они приветствуют принятие в первом чтении избирательного кодекса и считают, что депутатов необходимо выбирать по-новому и в парламент, и в местные органы власти. К слову о депутатах в регионах. Сегодня стало известно сразу несколько громких историй с их участием. И это не только уже набившие оскомину драки да взятки, подвиги с фантазией. Начнем с новостей из Ужгорода. Здесь несколько местных депутатов устроили пьяный дебош с огнестрельным оружием прямо на праздновании детского дня рождения. Испуганные малыши именины провели в туалете, а протрезвевшие чиновники заявили о происках политических оппонентов. Обо всем подробнее Марина Коваль. Это видео, снятое на мобильный телефон, в интернете появилось вчера поздно вечером. Якобы два местных депутата приехали в село Плоское, изрядно выпившие, зашли в ресторан, где отмечали день рождения годовалого малыша их политические оппоненты. Вот этот мужчина в камуфляже – депутат Свалявского райсовета Сергей Колобишко, а вот друг Колобишко – Иван Куля, депутат Полянского сельсовета. По словам очевидцев, Куля достает из микроавтобуса ружье и начинает угрожать посетителям. Как все было, полиции рассказала одна из посетительниц ресторана. Пришел Куля, начал всяк тупо бить такую, что из буса, за автоматом, а цяк розмахуючий, пришел сюда. Что вы тут сидите? Кубло, а дети вонка стоят, дети вонка сидят, кто лейки. В самом ресторане нам подтвердили, потасовка была. А тут была компания, гуляли рочок, праздновали рочок. День народження, так, дитині. Ну і вони доціпилися до них, чого ви сюди зайшли, ми орендували зал. І все, і на тому почалися сутички. Иван Куля встречаться с нами не захотел. По телефону сказал, инцидент специально раздувают его политические оппоненты. Мол, он и его друг Сергей Колобишко, как обычно, зашли в ресторан выпить кофе. Пьяными не были, драку не затевали. Там є чітко власник визначений Сергій, якого я довів на зброю, рушниця була в чухлові. Є чітко відео, не видно, як рушницю викрали з машини, кинули на землю. І підійшов син того батька, почав обзивати Сергія там нецензурну легкість, почав до нього руки простягувати. І вже вийшли остальні гості, всі були п'яні. Начали там робити якісь кіпіш, скандал. Глава сільсовета уверен, Іван Куля давить на тих, хто був в ресторані і намагається замять діло. У нього, мол, много влиятельних друзей серед районних і обласних чиновників. К тому ж, це не перша драка, в которой он участвує. Люди всі налякані, говорять, що їм погрожують. СМС-ки різного роду надсилають, що будеш писати, щось ми тебе там знищимо. Була спроба зірвати першу сесію, і Куля і його товариші, там ще двоє осіб, троє осіб спровокували бійку, побили людину. Є кримінальне провадження, на жаль, воно не розслідується. Поліції почали уголовне производство по факту хуліганства. В обох компаніях були місцеві чиновники. В якусь мить між чоловіками з даних компаній виник конфлікт, спричинений давніми неприязними відносинами. Словесна перепалка переросла в бійку. Пока подозрения никому из участников драки не предъявлены. За хулиганство в Уголовном кодексе предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. А в Черновцах задержали депутата городского совета. У местного предпринимателя он требовал 1200 долларов. Взамен обещал помочь с арендой помещения, которое находится в коммунальной собственности. Бизнесмен хотел обустроить там производственный цех. Первую часть суммы депутату передал посредник. Во время получения оставшихся денег и депутата, и посыльного задержали.
Встановлено, що депутат вимагав від громадянина неправомірну вигоду за непришкоджання та сприяння погодженню виконкомом Чернівецької міської ради та підписанням службовими особами Департаменту економіки Чернівецької міської ради договору оренди приміщення з фізичною особою-підприємцем. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В Кировоградской области на взятки поймали главу райадминистрации. 5000 гривен чиновник требовал за разрешение на санитарную вырубку деревьев в лесополосе. Тариф был фиксированный – 50 гривен за кубический метр древесины. Местный житель, который занимался вырубкой, заносил деньги каждый месяц. Сегодня чиновника задержали в рабочем кабинете во время получения очередной взятки. А депутат Раховского горсовета от радикальной партии, он же лесничий, отличился отстрелом краснокнижных животных в веренном ему хозяйстве. Он даже сфотографировался со своими трофеями. Как радикально охранять в нашем материале. Эти фото охотников, которые позируют с мертвой рысью Тетеревым, облетели интернет и вызвали нешуточный резонанс по всей Украине. В соцсети их выложил Василий Шемат. Рассказывает, снимки обнаружил случайно на фотоаппарате, который нашел в лесу. Сначала хотел просто отнести в полицию, но передумал. Рысь полювати, то уже как бы нонсенс для нашей территории. Розумієте? И вести его фотографии именно тому, что... Якби міліція на то надалі би, можливо, і не звернула увагу. Побачили журналісти, і тоді вже тяжко їх приховати. Снова сіла, і скандал розразився, коли охотників на фото опознали. Це оказались весьма відомі личності в Раховському районі. Володимир Кабаль, депутат горсовета від радикальної партії, головний лісничий району, і його син Михаїл. Сам Кабаль на зв'язь з журналістами не виходить. Що написав в об'яснительній записці по поводу фото з убитою рисью, розказує начальник лісничого. Він повертався з полювання, і тоді він по дорозі зустрів, на центральній дорозі автомобільній, зустрів автомобіль, під колесами якого була ця рись. Тобто автомобіль зробив наїзд на цю рись. Значить, вони витягнули разом з власником, попросили його, чи можна сфотографуватися. Вони сфотографувалися, власник сказав, що він забирає цю рись. Но местные жители, которые хорошо знают семью Владимира Кабаля, уверяют, краснокнижная рысь, которых в Раховском районе осталось не более десятка, и Тетерев не единственная добыча егерей. Нардеп сыном заядлые охотники. Также им якобы принадлежит отель «Снежные вершины» на Драгобрате. И в нем хранится немало охотничьих трофеев. Чучел убитых животных. Вот фото комплекса, доступное в интернете. На стене шкура медведя, над лестницей голова оленя. В Гослесагентстве уже начали судебное расследование. О результатах обещали сообщить. Отреагировали и в областной прокуратуре. Сами тварини занесені у червону книгу, і на них полювання заборонено. Значить, правоохоронці Рахова розпочали за даним фактом перевірку, розпочавши кримінальні провадження. Попередня кваліфікація – частина перша статті 248 Кримінального кодексу України, тобто незаконне полювання. Якщо вину нардепа і його сина докажуть, їм грозить обмеження свободи до 3 років. Жанна Дучак, Поліна Спасенко, Зіновій Автонас. Подробності телеканал «Інтер», Закарпатська область. У депутатов Верховной Рады сегодня нулевая активность. В сессионном зале половина пустующих кресел. И если вчера нардепы показали, что когда нужно, придут и нажмут кнопки, то сегодня наглядно продемонстрировали, когда не очень нужно, работу можно прогулять. Чем же занимались сегодня избранники и что обсуждали в кулуарах, далее в материале. После вчерашней мобилизации нардепов для голосования за бюджет, сегодня в зале зияют пустые ряды. Даже вопросы ратификации не выносят. Рейтинговое голосование показало, их не примут. Нема такого механизма, чтобы мы обговорили и не принимали решения. Коллеги, я... не буду ставить ратификации. Перешли к постановлениям о парламентских слушаниях, но голосовать по-прежнему некому. Чи можно далі проводить голосование? Чи имитация это, чи работа? Якщо немає партійної дисципліни, якщо для більшості присутніх в залі це робота, а для інших, кого немає в залі, це, мабуть, відпустка, то, може, сьогодні треба закривати засідання? Кажете мені закрити сесію? Я міг би закрити сесію, але досвід нашої роботи показує, що особливо довгі і значні законопроекти і правки до них ми можемо розглядати, власне, в середу. Щоб не тратити інші дні,
на розгляд сотень правок. Уже к полудню парламентский зал стал почти пустым. Единственное, что можно было обсуждать, завтрашнюю повестку дня. Чтобы ее обеспечить, часть нардепов ушли на заседание комитетов. На одном из них пообещали согласовать поправки к так называемому закону о реинтеграции Донбасса. Ну, тільки назву, тільки 38 правок до назви законопроекта. Тому бачите, як все складно йде. Всего же поправок больше 600. Одну из самых противоречивых о разрыве дипломатических отношений с РФ договорились не упоминать. Закон просто закрепит за Россией статус агрессора. Він де-факто є документом конституціонального рівня в частині здійснення заходів безпекових по звільненню території, яка окупована Російською Федерацією. Це стане основою, на підставі яких будуть в подальшому прийняті нормативно-правові потрібні акти, сформовані відповідні одиниці військового командування, військового управління. В том же комитете по вопросам нацбезопасности не угасает надежда, что хотя бы бывшие члены коалиции в итоге поддержат документ. Но ни самопомощь, ни батьковщина гарантий не дают. А уж кто точно не предоставит свои голоса, так это оппозиционный блок. На цей момент юридично у нас немає війни. А якщо немає війни, то всі міжнародні конвенції не застосовуються до ситуації на Донбасі. Якщо ці на сьогоднішньому комітеті поправки батьківщини будуть прийняті, ми вважаємо, що ми цей закон значно посилимо, і ми в залежності від цього будемо приймати на фракції рішення про підтримку цього законопроекту. Ми наполягаємо на тому, щоб там був через кому Крим, там має бути обов'язково дата війни, дата початку війни, дата початку окупації. Якщо не буде дату початку війни і окупації, можна 1500 разів там записати слово агресор, окупація, це не буде мати жодного значення. Так званий закон про реінтеграцію, про який багато говорять, він не має нічого спільного з вирішенням проблеми припинення конфлікту на Сході і повернення територій і людей, чого хочуть всі люди в Україні. Тому що він, там є все, хто командує, як зачистка буде проводитись на цих територіях, а крім того, як взагалі це вирішити, як повернути території і як зупинити військовий конфлікт. Мы зрозуміло, за цей законопроект голосувати не будемо. В то же время в комитете сообщают, если к завтрашнему дню все же смогут пройтись по поправкам, то технически могут не успеть подготовить их к голосованию. Как-никак, 700 страниц нужно упорядочить, поэтому документ рискует перекочевать на следующую пленарную неделю. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. А вот Кабмин по-прежнему верит в народных избранников и надеется, заседание по госбюджету они не прогуляют. Окончательный вариант документа будет готов до Нового года, заявил премьер. Он рассчитывает, что главную смету страны утвердят не под елочку, как обычно, а уже в первой половине декабря. Владимир Гройсман убежден, госбюджет 2018 будет способствовать росту отечественной экономики. Бюджет есть абсолютно сбалансованным. Бюджет є економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання більше, ніж в 3%. І я би поставив зараз питання про те, що бюджет на 2018 рік було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня 2017 року. Ми не маємо робити під ялинку жодних сюрпризів. Ну а так ли хорош бюджет? Нардеп Сергей Каплин в этом сомневается и уверяет, прожиточный минимум, заложенный в бюджете, 1700 гривен, а по факту эта сумма уже перевалила за 3000. Поэтому нардеп поднял этот вопрос на комитете по вопросам соцполитики. Он уверяет, государство должно учитывать элементарные потребности граждан в жилье, медицине и образовании, а экономить Каплин предлагает на зарплатах депутатов. Я і профспілки, Соціалістична партія України, будемо за це боротися. І обов'язково доб'ємося цього разом із своїми партнерами, разом із своїми колегами, щоб дати людям цей прожитковий мінімум на цьому ж серйозному рівні, там приблизно 6-7 тисяч гривень. Це перше. Друге, треба все робити для того, щоб економіку реіндустріалізувати, відновити фабрики, відновити заводи. Все лише для одного, щоб виконати 48 статтю Конституції і дати людям гідний рівень життя.
Большие проблемы с бюджетными средствами у Киевского облсовета. Но в этом депутаты почему-то обвиняют СБУ. Утверждают, что якобы служба безопасности заблокировала на региональных счетах около 200 миллионов гривен. Сетуют, что из-за этого не могут осуществлять социальные выплаты. Созвали даже спецзаседание в комитетах парламента и пригласили туда представителя СБУ. Но, как выяснилось, его ведомство ничего не блокировало, и виновных следует искать в других учреждениях. Мы ничего не блокировали, а информировали глав ДКСУ в рамках чинного законодательства. А в наших листах було прохання прийняти рішення щодо тимчасового призупинення видатків за 5 із 38 бюджетних програм. На загальну суму десь близько 200 мільйонів. 187. Украинские военные стреляли в пенсионерку из Попасной Луганской области. Она сейчас в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова. Как сообщил главврач Сергей Рыженко, в дом женщины постучали и без предупреждения выпустили в ее сторону автоматную очередь. Пострадавшая все еще в тяжелом состоянии, но уже в сознании. Дома у нее остались дочь и внучка, они не пострадали. По словам главы Попаснянской райадминистрации, солдаты были пьяны. В пресс-центре штаба АТО происшествия пока не комментировали. Расследовать подобные дела ни военная, ни генеральная прокуратура с 20 ноября уже не смогут. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, в Украине должно заработать Государственное бюро расследований. Именно оно будет заниматься всеми досудебными расследованиями. Но пока, по мнению Матиоса, все только на бумаге, ведь в ГБР еще даже не набрали необходимого количества следователей. С 20 числа слідчих органів прокуратури, Нацполіції, Служби безпеки і військової прокуратури не будуть мати права за законом проводити ту роботу, яка покладена на них. З огляду на ті цифри, які я сказав, на неіснуюче ДБР 20 числа обвалиться десятки і тисячі кримінальних проваджень, яких не буде кому розслідувати. Коллапса в своей работе опасаются и в НАБУ. Там призывают президента не подписывать закон 6232, который запускает судебную реформу. Согласно документу, в бюро передадут все коррупционные дела, которыми сейчас занимаются Генеральная и Военная прокуратуры. И это заблокирует борьбу с коррупцией. А время до судебного расследования придется заметно сократить. По мнению НАБУ, это фактически остановит расследование против топ-чиновников. В Германии поводом для отставки может стать даже не расследование, а просто несвоевременно поданная декларация. Президента крупнейшего банка страны из-за подобного проступка подозревают в уклонении от уплаты налогов. И он намерен оставить пост. Подробности громкого финансового скандала в материале Татьяны Лагуновой. Крупнейший банк Германии «Шпаркассе» в центре громкого скандала из-за своего шефа. Президент банка и бывший министр финансов Баварии Георг Фареншон собирается в отставку. Хотя еще совсем недавно планировал переизбираться на новый срок. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуратура Мюнхена возбудила против Фареншона уголовное дело за то, что он слишком поздно подал налоговые декларации за 2012, 2013 и 2014. Годы. Произошло это еще в начале года, но Фареншон тщательно скрывал информацию от коллег о подозрениях в адрес босса. Они узнали из средств массовой информации. Он допустил ошибку, которую часто совершают топ-менеджеры. Если что-то пошло не так, если есть проблема, нужно раскрыть все карты и честно обо всем рассказать, так как рано или поздно СМИ все равно раскопают информацию. Фареншон пытался оправдаться, дескать, забегался и забыл. Да и о каком преступлении может идти речь, если потом он все налоги заплатил, включая пеню за просрочку платежей. Но подчиненные шефу не поверили. Руководители региональных отделений банка призвали Фареншона уйти в отставку, уступив место своему заму. Мол, в банковской сфере и одного лишь подозрения достаточно. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». На Донбассе подорвались полицейские. Один погиб, двое в больнице. Произошло это
В районе поселка Гнутово под Мариуполем патруль ехал на вызов, когда под машиной сработала противотанковая мина. После взрыва рядом обнаружили еще один замаскированный боеприпас. В полиции подозревают, что бомбы заложили диверсанты боевиков, поскольку еще вчера военные свободно передвигались по этой дороге и никаких мин там не было. В зоне АТО сейчас неспокойно на всех направлениях. Боевики ведут огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов запрещенного калибра. Сегодня обстреляны украинские позиции в Новолуганском, Крымском, Водяном и Песках. Горячо и под Авдеевкой. Там побывал Геннадий Вивденко. Лежались. Под Авдеевкой уже ежедневные бои. Враг, убеждены украинские военные, подтянул свежие силы. Приходится отражать пехотные атаки каждый день. Также оккупанты откатывают новую тактику боя. Есть тактика своя. Вот, например, не выманивают. Он дает очереди, чтобы мы выглянули, либо же дали ему ответку. А там уже работает снайпер. Часто он видно по стенам, что простреливается. Именно в больнице, там профессионально они стреляют. То есть, ну, вот одну очередь дал и сразу прячется, потому что именно в ответ, ну, прилетает сразу же в больнице. Ну, разные калибры. Активизировались снайпера. Где-то часов 4-5 начинают бегать по окопам. Мы называем их джекичаны. Бегают, стреляют, выманивают. И потом в те же больницы снайпера работают. У нас выжидание. У нас выжидание не допустить их поменять позиции и перейти в наступление. За прошедшие двое суток украинские солдаты не раз прицельно били из гранатометов по блиндажам и другим укреплениям оккупантов. Удачно попали. Боевики понесли ощутимые потери. Теперь активизировались. Шикарно себя ведут. Ну, сейчас чуть-чуть огрызаются. Чего они так? Нервничают. Они даже у себя по ходам сообщения бьют туда-сюда. Представляете? У себя. Ну, то есть настолько бояться, що вони не ходять. Ви бачите, це орудие у нас стоїть на поготові. Ми з нього не працюємо, ми підтримуємо мінські угоди. Але якщо піде прорив і стане загроза життю наших військовослужбовців, то сподіваємося, він нас не підведе і дасть бій. После часового обстрела боевиков днем из пулеметов и гранатометов начинает работу вражеский снайпер. Его украинским десантникам еще не удалось ликвидировать. Он накрывает огнем нашу съемочную группу. Посчастливилось выйти невредимыми. Десантники прикрывают. Снайпер. Где, когда? Да, ну дня три назад проходили, начал работать по открытой местности. Ну, слава богу, никого не ранило. Снайпер находится по той стороне, метров где-то 500. Только что закончился бой, есть возможность выйти с позиции. Однако противник может начать огонь каждую секунду. Украинские воины тут дали им просто достойный отпор. Тут сейчас надо бы допробить. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Украина исключает возможность участия России в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время визита в Ванкувер. На встрече с канадским коллегой он объяснил, по мнению Киева, миротворцы должны базироваться на всей оккупированной территории, а также контролировать украинско-российскую границу в зоне конфликта. Как проходят реформы в Украине и что нужно для укрепления украинско-американских отношений? Об этом сегодня говорили президент Петр Порошенко и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл. Во время встречи американский дипломат отметил, что украинская власть успешно справляется с реформами, учитывая непростую ситуацию в стране. И заявил о готовности США ужесточить санкции против России. Порошенко, в свою очередь, поблагодарил США за помощь. Мы продемонстрировали значительный успех не только за 3,5 года. Мы действительно очень много сделали, начиная с... Пожалуй, нет такой сферы, в которой бы у нас не было прогресса и эффективных реформ. То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, удивительно. Это позитивно оценивают и в Европе, и в США. Просто феноменально, что так много было сделано за последние 3 года. Успехи Киева оценили и в Палате представителей американского Конгресса. Украине готовы выделить минимум 350 миллионов долларов. Деньги предназначены для военных нужд. На каких условиях их дают, Дмитрий Анопченко знает все детали.
Конгрессмены не поскупились. Оборонный бюджет Америки почти 700 миллиардов долларов. И значительную часть, больше 4,5 миллиардов, заложили на сдерживание России. В документе расписаны не только финансовые расходы, но и политические запреты. Нельзя сотрудничать с российским Минобороны. Нельзя без согласия Конгресса договариваться с Россией по Сирии. Расписана и помощь Украине. В документе указана сумма 350 миллионов долларов для Украины. Но пока что это только бюджетный запрос. И общий объем финансирования, как нам пояснили, может быть намного больше. Ведь это только деньги Пентагона, а есть еще финансирование по другим каналам, в частности, из средств Госдепартамента. Так что в целом в 2018-м сумма помощи Украине может составить до 700 миллионов долларов. Палата представителей заложила и ограничение, мол, половину этой помощи страна получит только в случае, если оборонная реформа будет успешной. Для этого глава Пентагона должен будет сообщить законодателям, мол, проблем нет, можно продолжить выделение денег. Но вот вопрос, смогут ли потратить эти средства на приобретение более серьезных вооружений, тех же джевелинов? В украинском посольстве в Вашингтоне подчеркивают, законопроект санкционирует выделение стране летальных вооружений оборонного характера. В документе есть четкая формулировка. Но важно не только это. Перечень того, что получит Украина, и помимо этого, большой. З'явилось ще питання по засобам радіолокаційної протиповітряної оборони, спостереження за надводним простором, кораблі берегової охорони і прибережні кораблі, і військово-морські засоби протимінні. Военный бюджет теперь будет рассматривать еще и Сенат, за ним последние правки, но дипломаты говорят, в том, что касается помощи Украине, проблем не будет. В Сенате має легко пройти цей законопроект, тому що саме Сенат давав навіть більші цифри – 500 мільйонів. А далі підпис президента, я думаю, що в цих умовах сьогоднішніх підпис президента Трампа ми отримаємо. Із Вашингтона Дмитрий Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дональда Трампа приговорили к смертной казни в Северной Корее. Об этом сообщило издание Independent, ссылаясь на газету правящей партии в КНДР. После того, как американский президент назвал Ким Чен Ына толстяком, в прессе посыпались оскорбления в адрес Трампа. Сначала его называли трусом, а теперь еще и отвратительным преступником, который оскорбил лидера страны. Как пишут государственные издания КНДР, народ никогда не простит этого Трампу и приговаривает его смертной казни. Это подробности и далее в нашей программе. Все отменить, все переписать. Как Британия одним махом намерена отказаться от всех законов ЕС и к чему это приведет? Бойтесь инфекции. В Одесской области нет вакцин от целого ряда заболеваний. Что делать и почему Минздрав не дает добро на закупку? Батьковщина сегодня провела свой съезд. Подводили итоги избирательной кампании в объединенные территориальные громады. По словам Юлии Тимошенко, именно ее политсила выиграла выборы, и более 900 представителей батьковщины стали депутатами в 200 УТГ. Те, кто победили в гонке, получили награды от Юлии Тимошенко. Она поблагодарила их и призвала партийцев готовиться к гонке 2019 года. Обыски во львовском филиале Укрзалезницы. Их провели следователи Генпрокуратуры. Изъяли документы, касающиеся перечисления 68 миллионов гривен на счета фиктивных фирм. Деньги якобы предназначались для покупки запчастей и ремонта дизельных поездов, но фактически ушли в неизвестном направлении. Ранее сотрудники прокуратуры провели обыски и в региональных отделениях Пивденной Залезницы. Одним из участников преступной схемы считают замдиректора Днепропетровского теплоремонта. Завода. Ему уже вручили подозрение в растрате госимущества. Теперь изучают причастность львовских чиновников к этому делу. Во Львове возобновили расследование дела по факту гибели 4 человек на Грибовицкой свалке. В суд обратилась одна из жен погибших спасателей. Олеся Руда утверждает, прокуроры не допросили всех возможных свидетелей. Некоторые из очевидцев говорят, пожарные передавали по рации, что гора мусора может рухнуть. Кроме того, о возможном обвале предупреждал директор предприятия, который обслуживает полигон. Но начальство спасателей проигнорировало эти сигналы. Напомню, ранее прокуроры не нашли состава преступления в действиях руководства госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Что делать, чтобы не повторилась трагедия, подобная львовской? Ведь таких потенциально грибовицких свалок в стране
тысячи. Один из эффективных способов – ввести налог на мусор для производителей упаковок. Группа нардепов уже подготовила соответствующий законопроект. Как утверждают авторы, тогда появятся деньги на утилизацию отходов. Но это не все преимущества, продолжит Инна Томина. В заложниках у мусора. Украина тонет в бытовых отходах. 80% мусорных свалок и полигонов страны уже переполнены. Экологи бьют тревогу, мол, если ситуацию не начать решать, грибовичи повторятся в другом месте. Ситуация наступна. У нас зараз, як в країні, як населення, яке проживає на певній території, є два варіанти. Або ми закопуємо себе в смітті поступово, тобто ми вибираємо сценарій нічого не змінювати і дальше запускать больше сметезвалищ. По статистике, на сегодня в Украине есть больше 6 тысяч легальных свалок. Там 12,5 миллиарда тонн мусора. Ежегодно добавляется по 300 миллионов тонн отходов. Кроме того, существует еще около 33 тысяч нелегальных свалок. Но точного их количества не знает никто. Чтобы украинские земли не стали грандиозным мусорным полигоном, группа нардепов предлагает ряд инициатив. Ми вважаємо, що ці законопроекти повинні створити механізми для того, щоб вирішувати поступово в Україні проблему з тим, що просто нелегально викидається сміттєзвалище. Варіант дуже простий. Захоронення твердих побутових відходів має бути стільки ж або дорожче, ніж їх переробка. Так працює в усьому світі. Якщо переробка дешевше, тоді всі будуть здавати ці тверді побутові відходи на переробку. После поднятия тарифа на пользование свалками и введения налога на утилизацию упаковок, страна сможет аккумулировать деньги на строительство мусороперерабатывающих заводов. Ведь на эту инфраструктуру нужны миллиарды, и госказне не потянуть. І для того, щоб сміття переробити, потрібно побудувати відповідні заводи і відповідні кошти. Де їх брати? Є один шлях – покласти на всіх громадян України черговий тариф. Тобто більше ти сміття продукуєш, менше – все одно платиш за його переробку. Або є інший шлях, який пропонується нашим законопроектом. Той, хто виробляє сміття, а це в першу чергу виробники упаковки, пластику, скла, той за нього і платить. Ставки для производителей упаковки разные и будут зависеть от вредности материала, из которого изготовлена тара. Тем временем противники законопроекта опасаются, что эти тарифы аукнутся потребителям на новых ценниках в магазинах. Но эксперты утверждают, речь идет о копейках. Ми, як споживачі, швидше всього не відчуємо навіть за екологічного податку. Тому що, по-перше, він існував в Україні 2 роки тому і ніхто про нього навіть не знав. По-друге, йде мова про зміну ціни на копійки. Наприклад, пластикова пляшка, зміниться ціна там не більше 15 копійок. Там розрахунки, наприклад, шоколадка, да, це 1 копійка. Но, по словам експерта, тільки налогами і інфраструктурою мусорну проблему в Україні не рішить. Сильно тормозить процес і менталітет граждан, які не хочуть сортувати відходи. Інна Томіна, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал Інтер. Директора лагеря «Виктория» отпустили под залог. Такое решение принял Приморский суд Одессы. В прокуратуре с этим категорически не согласны. Говорят, на свободе Петрос Саркисян может оказывать давление на пострадавших и других подозреваемых, а то и вообще сбежать. Ранее суд отпустил из-под стражи еще одну подозреваемую, бывшего вице-мэра Зинаиду Цвиринько. А перед этим отпустил воспитательницу Наталью Янчик. Напомню, пожар в лагере «Виктория» произошел ночью 15 сентября. Тогда погибли 3 девочки. Чиновники Одесской области призывают к ответу Минздрав. В стране нет лекарств от смертельно опасных заболеваний, таких, например, как дифтерия. Сегодня они обнародовали эту информацию и надеются, что министерство отреагирует. Все подробности в материале наших корреспондентов. Столбняк, гангрена, бешенство, дифтерия, а еще укусы змей и пауков. Против всех этих опасных недугов нужны сыворотки. Но в больницах Одесской области их нет уже как минимум полгода. А, например, для больных ботулизмом остались считанные дозы из старых запасов. Хватит буквально на 10 человек. Это очень опасное заболевание. Без введения сыворотки высокий, больше 50% летальный исход.
В облгосадминистрации сообщают, сывороток нет по всей Украине. Закупать их обязаны местные власти. Но сделать этого не могут. Министерство здравоохранения не зарегистрировало препараты для ввоза в нашу страну. Вот врачи и бьют во все колокола. Представьте себе, сегодня попадает ребенок с дифтерией, которым нужно ввести противдифтерийную сыворотку. Ее просто нет в Украине. Вот и все. Чем это может закончиться? Смертью. Есть, правда, одна лазейка в законодательстве. Своим отдельным приказом Минздрав может разрешить чиновникам единоразовую закупку сывороток. Такой выход из положения одесские власти предложили министерству еще в июне, но ответа не получили. И вакцину не закуповывают, и дозвел нам не дают. Просто в играшки играем. Цена этих играшек – людское життя. Запрос в Минздрав отправили и мы. Там ответили, работают над тем, чтобы уже в этом году перечисленные сыворотки были включены в список централизованных госзакупок. Но что же делать рядовым гражданам в случае заболевания? У одесситки Натальи Волковой сына искусала бродячая собака. Сыворотки от бешенства в больницах не нашлось. Пришлось поднять на уши весь город, говорит женщина. В результате препарат нашли участников. Я 2 дня ее искала. Ну, можете себе представить, если я дошла до начальника горздравотдела. Еще одна проблема – производство таких сывороток – сложный и долговременный процесс. Врачи говорят, даже если сейчас получат добро на приобретение препаратов, то в украинские больницы они поступят не раньше, чем через полгода. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности. Телеканал «Интер», Одесса. В СИЗО без права внесения залога. Шевченковский райсуд столицы сегодня избрал меру пресечения Владимиру Найде, руководителю одного из сервисных центров МВД. В понедельник он выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП. Судебное заседание проводили за закрытыми дверями. Журналистов пустили только на оглашение вердикта. Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Найди Володимира Володимировича 29.11.82 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання підозрюваного Найди Володимира Володимировича під вартою визначити на 60 днів. Первая смена власти за 37 лет. В Зимбабве переворот. Президент Роберт Мугабе арестован. В столице танки и бронетехника. Военные захватили государственную телекомпанию, парламент, правительство и суды. Но лидер путчистов уверяет, никакого переворота нет. Дескать, так армия устраняет преступников в окружении лидера страны. 93-летний Мугабе у власти с 1980 года. Неделю назад он уволил вице-президента, которого считали преемником. И планировал передать власть своей 53-летней жене. Великий законопроект об отмене, как отказаться от европейских законов и создать собственные, решают британские депутаты. Как идет процесс, выясняла Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Будучи в составе ЕС, более 40 лет Великобритания жила по европейским законам. И сейчас, когда страна разрывает отношения с Брюсселем, возникла задача создать свое законодательство, чтобы на следующий день после выхода из Евросоюза королевство не было повергнуто в хаос и юридическую неразбериху. И первый шаг – это принятие великого закона об отмене. По сути, он предполагает окончание приоритета европейского законодательства над британским и исключение Европейского суда из процесса подготовки законов в Британии. И уже на примере этого документа понятно, что впереди очень долгий путь. К нему уже предложили 470 поправок. И это депутаты еще даже не приступали к трансформации европейских законов в британские. Наша обязанность – дотошно обсудить этот законопроект, поскольку никто не ожидал, что народ решит выйти из ЕС. Даже сами сторонники выхода не ожидали, что выиграют. Поэтому никто и не думал, что на самом деле будет означать выход из ЕС в плане практическом, юридическом и экономическом. Скорее всего, европейские законы банально спишут. Некоторые из них, возможно, дополнят или же, наоборот, упростят. Сейчас на территории королевства действует 19 тысяч законодательных норм ЕС, и каждую из них собираются пересмотреть. То есть следующие 2 года до окончательного выхода из Евросоюза работы у депутатов будет предостаточно. Великобритания стала первопроходцем, ведь до этого времени Евросоюз не покидала ни одна страна. А поэтому методом проб и ошибок Лондон медленно и не совсем уверенно продвигается к выходу. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».
Матч памяти легенд «Динамо» проходит в эти минуты в Киеве. На поле вышли ветераны «Белосиних» Алексей Михайличенко, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звездные игроки 80-х и 90-х. Им противостоит команда фан-клуба «Динамовцев». Нынешняя игра – часть мероприятия к 90-летию легендарного клуба. Перед началом встречи присутствующие почтили минутой молчания память футболистов, которых уже нет в живых. Прежде всего, это память о тех, кто ушел. И сегодня я не буду перечислять тех футболистов, которых с нами нету. Это сотни людей, это не только футболисты, это и врачи, и массажисты, которых, к сожалению, с нами уже нету. И мы все равно должны помнить, и память должна быть о них. Почему? Потому что они очень много сделали для клуба «Динамо Киев», которого знают не только в Украине, а знают во всем мире. Точно такие же мероприятия и в Америке проводились, собирались наши ветераны, неоднократно туда ездили. Мы собираемся и в этом году еще провести такой матч в Америке памяти Валерия Васильевича Лобановского. То есть мы должны помнить о прошлом для того, чтобы было настоящее. На эту минуту счет матча ничейный 2-2. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.